Всем привет, это Катя. И сегодняшнее видео о вреде раннего обучения. Ранее имеется в виду до 4 лет. Под словом обучение я имею в виду обучение письму, обучение чтению, обучение вот по карточкам. Многие методики есть такие. И я бы хотела сегодня высказать свое негативное отношение к этому. Я думаю, если вы со мной согласны или не согласны, вы можете писать это в комментариях. Я буду очень и очень рада почитать точку зрения других мамочек или папочек, других родителей. Мне в любом случае будет это интересно, это тоже будет опыт для меня. А вам предлагаю послушать мою точку зрения. Итак, что же я подразумеваю под ранним обучением? Да, в заголовке я написала «вред раннего развития», но я сделала это скорее, чтобы привлечь внимание, потому что раннее развитие я ни в коем случае не считаю вредным для ребенка. Здесь нужно разграничивать два понятия «обучение» и «развитие». Вот как вы считаете, отличаются ли они или не отличаются? Я дам вам минуточку подумать, чтобы вы, слушая меня, у себя в голове сформировали уже некий какой-то стереотип, некий какой-то образ, какую-то дефиницию между двумя этими понятиями – обучение раннее и развитие раннее. Чем же они могут все-таки отличаться? Подумайте, как вы считаете? Может быть, вы мне напишите в комментариях, что же вы вкладываете в слово, в значение слова «развитие», «раннее развитие», «раннее развитие ребенка» или «раннее обучение ребенка». Ну что ж, не буду вас долго томить, я думаю, что пока я тут рассуждала, вы уже сформировали у себя некий образ и некое значение этих понятий. На мой взгляд, раннее развитие – это стимуляция познавательного интереса у ребенка. То есть вот эти все пирамидки, вот эти все кубики, вот эти все сенсорные коробочки, вот эти все аппликации, лепки и всякие такие вот развивающие игрушки, и занятия с ребенком, и чтение ему, и пение ему, и рассказывание ему сказок, и вот это все в совокупности я им подразумеваю как раннее развитие ребенка. Раннее обучение же, в моем понимании, состоит в каких-то действиях взрослого по отношению к ребенку, в результате которых он овладевает определенными знаниями, определенными навыками. Например, я целенаправленно учу ребенка читать. Я целенаправленно учу ребенка буквам, составлению из них слогов и чтению. И имеется в виду раннем возрасте, то есть до 4 лет. Понимаете, какая разница между тем, что я даю ребенку кубики с буквами и просто предлагаю ему в них поиграть, пощупать, построить из них домики, либо я просто целенаправленно обучаю ребенка этим буквам, говорю, это буква А, а это слог МА-МА-МА. Вот такие два разные понятия обучение и развитие. И мне сразу хочется задать вам вопрос, а как вы считаете, что лучше делать? Предлагать ребенку всяческие разные интересные игрушки и занятия, и стимулировать его познавательный интерес и его мотивацию к изучению, к познаванию, к распознаванию этого яркого мира, либо же целенаправленно обучать его буквам, слогам, цифрам, чтобы он уже умел к 4 годам читать, и чтобы вы могли сказать: «Да, мой ребенок может читать». Что же будет лучше для ребенка? Я не знаю, вот сейчас, пока вы меня слушаете, ответили ли вы внутри себя на этот вопрос или нет. Я уже давно ответила на этот вопрос. Да, я обучаю своего ребенка буквам. Мой ребенок 2,5 года сейчас знает практически все гласные буквы. Но это только потому, что он сам проявил интерес к этому, и он спрашивает: «А это какая буква? Какая это буква?» И я отвечаю: «Это буква А, а это буква О, а это буква У». Но я ни в коем случае не хочу обучать ребенка без его запроса. Пока ребенок сам не проявит интерес, я не считаю нужным обучать ребенка чтению. Но к этому выводу я пришла не сразу. Как и многие мамочки, хотела совершить такую ошибку. На самом деле, сначала я хотела научить ребеночка, уже потихонечку начинать учить ребеночка читать с 2-3 лет.
Но, слава Богу, перед этим я задумалась, все-таки начала читать, прочитала несколько учебников по психологии, по нейропсихологии, несколько статей по логопедии и пришла к выводу, что делать я этого не буду. Ну, вкратце могу рассказать, что многие нейропсихологи сходятся во мнении, что до 3 лет у ребенка в мозгу еще не созрели те самые нейронные связи, которые могут обеспечить ребенку качественный процесс чтения, именно тот процесс чтения, которым читаем мы, взрослые. Дети читают, бесспорно они читают, уже и в 3, и в 4 ребенка можно научить читать. Но как? Как он будет читать? Бедный малыш, мозг которого не готов читать еще по физиологическим своим особенностям, вынужден задействовать те нейронные связи, которые он уже имеет, и которыми он располагает, и прокладывать вот этот вот сложный маршрут тернистый к этому механизму чтения, и потом более эффективный маршрут он уже проложить не в состоянии практически. Во взрослом возрасте ему уже тяжело, ему тяжелее читать, чем обычному ребенку, которого вообще не трогали до 5-6 лет, и он научился читать потом, он читает бегло, супер быстро и вот так вот здорово. Ладно, даже не будем углубляться в нейропсихологию. Как происходит зачастую у нас в семьях? Мама, например, поставила себе цель научить ребенка в 3 годика читать. И она все усилия прилагает для этого, она выделяет время, она делает карточки, она усаживает ребенка и старается с ним в это как бы играть, старается ему это внушать, старается ему это преподавать каким-то образом. Ну, малыш, он же, вы понимаете, у него мозг для этого еще не готов, не созрел, ему-то надо бегать, ему-то надо играть, ему-то надо лепить, рисовать, ему-то надо делать все это, творчески развиваться и двигаться. И у него наоборот, у него может возникнуть капризность, я не знаю, агрессивность, отторжение ко всему этому. Таким образом, практически затормозится интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей. То есть это будет во вред. Это такое обучение, оно, возможно, будет во вред даже развитию. Видите, смотря меня, сейчас наверняка найдутся такие родители, детки которых уже умеют читать в 4 годика, в 3,5 годика. И они наверняка захотят поспорить со мной или вообще просто закидать меня тухлыми помидорами, и что я тут такое говорю. Да, я принимаю вашу позицию, и единственное, что я могу сказать вам, я могу вам только посоветовать играть с ребенком, учиться описывать картинки, составлять рассказы по картинкам, отстукивать простые ритмы, я не знаю, создавать повторяющиеся, неповторяющиеся узоры из кубиков, из мозаики, строить домики, большее внимание уделить двигательной активности, учить его прыгать, прыгать на одной ножке, стоять на другой ножке, учить его проползать через какие-то препятствия. Ну, в общем, сделать все для того, чтобы восполнить именно то, от чего вы ушли, когда учили его эти карточки, когда учили его эти, составлять эти, я не знаю, там, слоги, слова, счеты, и математику и все такое прочее. Короче, абстрагироваться от всего и развивать его логику, интеллектуальные способности и творческие способности, чтобы он не был таким тепличным ребенком, как есть даже такой термин «тепличные дети», да, когда там, я не знаю, любой нестандартный вопрос
уже взрослого человека, такого, которого обучали в раннем возрасте, там, по определенным алгоритмам, и они у него заложились. И уже во взрослом возрасте любой нестандартный вопрос может поставить его элементарно в тупик. Он не знает, как на него ответить, потому что ему не развивали, его не учили картинку описывать, его не учили рассказ по картинке составлять, понимаете? Он не может свое мнение даже выразить, потому что его научили, что 2 плюс 2 будет 4. Вот я надеюсь, что вот с вашим ребеночком так не будет, надеюсь, что с моим ребенком тоже не будет так, что у нас все будет супер здорово, что я не ошибаюсь, делая с моим ребенком все то, что я перечислила сейчас. Может быть, вы можете что-то мне тоже посоветовать, как вы развиваете своих малышей, и главный вопрос, как вы относитесь к обучению в раннем возрасте. Ну вот и все. Если мое видео было вам как-то полезно или просто показалось интересным, дайте мне знать. Пока!